нет ничего лучше, чем классический рояль спустя какое-то маленькое время. Каждый день нет, он будет приторным, тошнить от него. А вот периодически просто пусечка, заходишь в него, радуешься и расслабляешься. Это как снять стресс в конце дня. Сегодня у нас роялька, друзья. Прошлый видосик сколько? Сейчас я проверю, сколько лайков набрал. Ну тоже неплохо. Роялька, молодцы. Значит, 26 тысяч лайков набрал роялька. Ну давайте 30-ку набирает этот видос, и я пилю новый по роялю. Сегодня у нас цель, друзья. Сегодня у нас цель. Я фармил, играл, короче. Цель забрать вот этот скин. Господи, я не знаю, тащусь от него. Я уже мог бы его забрать давно, но, конечно, я это все делать буду на видосик. Вот, также я хочу, может, испытания попроходить какие-то, тоже пишите в комментах, ну, для следующего ролика. Рояль чисто фан. А, ну, в принципе, и БС сейчас чисто фан уже, потому что я уже прошел БС трижды, блин. Для себя лично. Вот, и рояль прошел. Ну, рояль периодически вспоминаешь и прям кайфуешь от него. Поэтому, ребят, лайкоины завозите и... Друзья, я знаю, в каждом ролике напоминаю, iPhone 12 тебя ждет. Как только 5 миллионов на моем канале стукнет, я подарю одному, вот этот iPhone, одному из моих подписчиков. И призовое место будет не одно. Многие смогут выиграть, поэтому, братики, сестрички, умоляю вас, подписывайтесь, создавайте аккаунты, просите своих друзей, одноклассников, подруг, всех-всех-всех подписываться, чтобы как можно быстрее добить 5 миллионов. Честное слово, только вы, рекомендации сейчас не работают, новых зрителей нету, только ваша, вот вы, аудитория, которая у меня осталась, только вы можете помочь продублировать подписки, поэтому по-братски, люблю, уважаю, целую. Ну что, колода классика, голем 2 принца, разнос. Так, сейчас, короче, просто мало не покажется. С колена в зубы пошел зубной состав, поехал в соседнее село. В общем, нам надо два степа пройти, и мы забираем скин. Let's go! Будем играть, значит, со звуком игры. Громко, да? Нет вам? Раз, раз. Давайте я потише сделаю, братья, то роялька громкий. Так, Хуграйдер. Ставим. Ох, нам 11-й пипинь. Пипипипипюн попался. Ну, не страшно. Вынесем его по-бырому. Ну, по кубкам я не сижу низко, я знаю. Ну, вы поняли, да, что я просто мало играю. Так, ладно, пофиг. Пофиг на мою армию, пускай забирает. Не так уж и жалко, да. Сейчас он кинет фаербол, классика жанра. Хок 2.6, читаемая дека. Уничтожу его вообще просто на изи. Будь он фуловый, будь он, не знаю, 11 уровень, торнадо. О, зацепило, кстати, думал, торнадо не попадет. Вот, наверное, запну, потому что все-таки мушкетка нанесет урона много. Все, в принципе, все, мне кажется, вот это уже все, подъехал живой труп к нам. Вот, знакомьтесь, это Боргиос. Сейчас вот смотрите, ставим голема за вышкой. И пошла накопительная армия. Смотрим. Так, так, ставит он пушечку, так, так, а чтоб его подкинуть? Наверное, вот этого принца, вот так вот дракона, хотя вот дракона я зря, наверное, так, он чем-то переагрит сейчас далеко, хотя не, нормально, все, четенько. Он сейчас на вторую пушку уже прокрутится, я знаю эту деку, да, 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 но пофиг вообще, пофиг, у меня армия просто, он ее не, ну, не, невозможно задефать, не фуловым. Я не знаю, если я проиграю, я вам отвечаю, удалю, я вот этот планшет прям разобью, вот сейчас, ну, если вдруг сольюсь, я его разобью, прям вот сломаю. Это прям вот, ну, невозможно проиграть, невозможно. Я прошу прощения у соперника за то, что ему пришлось. Да, хорошая игра, но я не согласен. Просто взял прокачкой. Ну, брат, извини, продвинемся. Чем быстрее пацаны лайки будут ставить, тем быстрее мы по кубкам будем продвигаться, потому что ролики будут чаще. Правильно, правильно. Но мне больше в глобале нравится играть, нежели в каких-то испытаниях. Так, есть, окей. Значит, что у нас? Еще, короче, катка, поехали. Что, колоду не меняем? Да, ставим такую же. Я хочу этой жакдека, ребят, я прям хочу. Прям... Хорошенько, хорошенько. Поехали. Так, 12-й. Ой, у него эти скины. У него этот скин, вы посмотрите. Вы согласны, что это топовый скин? Только вот я не понял, башни какие-то вот некрасивые. Вот меч со льда, еще он там, прикольно.
Башни Луцнис тоже прикольно. Но если бы они еще такие в снегу были, там еще в чем-то такие, ну, прикольненькие, было бы покруче. А так... Так, ладно, окей. Угу, окей. Блин, это печально. Это печально. Мега Миньон минус. Все, я думаю, у него остались только сингл какие-то юниты. Да, вот он. Давайте запнем. Да блин, ну дракошку убили. А, жесть. Ну ладно. Не беда, не беда. Парень отдефался, но посмотрите, как он пострадал. То есть, покалечили мы его неплохо. То есть, он, видно, нос подбит, немножко вот губа кровоточит. Но сейчас будем добивать. Спыру ставим голема... Ой, эликсира сосалочку и... Еще подсосем Хога. Все, отлично. Good game, ребят. Good game. Значит, сейчас мы... Не понял. А кто это у нас? Даня. Привет, Даня. А папа видео записывает. Ты же знаешь, да? Так. Ну, я буду побеждать. Да. Ну, все. Сейчас я его выиграю, сынок. Сейчас я его затащу, этого пацана. Так, только я вот думаю, чем бы его... Я не знаю, чем бы его дефать. Ладно, поставим еще один эликсир-разборщик. Он фаербол слил, поэтому прекрасно. Неплохо, неплохо. Я думаю, сейчас будем тащить на 3 короны. Сейчас будем тащить на 3 короны. Так. Хопля. Хопля. Сейчас будем набирать армию. Так, хорошо. У меня 2 эликсир-разборщика. Ставим голема вот отсюда. Блин, я, скорее всего, затащу всего лишь на 1 корону. Потому что за 30 секунд, хотя могу и успеть. Мне просто очень... Ой-о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 й
Так. Давай, давай своего мага. Мага, мага, мага сюда. Магу сюда. Так. 14 секунд. Да ё-моё, я не успею его на 3 короны снести. Говнюк такой. Не дал мне на 3 короны. Мне просто времени не хватило. Он это не задефает. Попросту не хватило времени. Это такая каточка. Такая каточка. Сынок, а ну там не шали. Иди к маме. Иди к маме, мама зовет. Так, хорошо. 9 левелов мы сделали. 9 левелов мы сделали. Ого, нам еще 9 корон. Это 3 победы, да? Ты че, осилим? Но это еще надо... Этот не топ-1, а на 3 короны, я имею в виду. Что? Кричит мама? Ой-ой-ой. Ну скажи маме, скажи, папа видео записывает, можешь за мной последить? Да. Попроси, скажи, папа видео записывает, можешь за мной последить? Так, ставим здесь принца. Так, хорошо. Опять Хограйдер, чё ж так все Хогов любят, я не понимаю. Хорошо. Понял, байт на зап. Зап. Блин! Ладно, зато голем дошел. И я вам скажу сейчас, будет ему не поздороваться. Видите, да, он даже не сказал привет. Просто берет и бросает элитных варваров, поэтому парень нервничает. Все, мы попросту... Не будем забивать. Это элитки много урона наносят. Запчик, окей. Ну что ж, я ставлю сюда эликсир-разборщик. Мы одну вышку мы сломали. Моя цель задамажить его на 3 короны. Если на 3 короны я не задамажу, то мне придется играть намного больше каточек. О боже. Еще одни свиньи. Еще одна свинья. Боже, ему мало, да? Так, ну давай. Тут я уже думаю, я запну вовремя. Давай. Ну сейчас, ага, миньонов сюда, значит, армия скелетиков сюда. Бам! Вообще жесть. Смотрите, предикт. Хоп. Ну, неплохо, неплохо. Так, окей, отдаем вышку. Все, эликсир ставить не будем, смысла нет. Пойдем через правую, да, сторону ломать. То есть, ну, вторую мы точно заберем. А три короны посмотрим, три короны посмотрим. Да ёптель.
Ну ладно, и эту вышку отдаем. Но он не задефает. Он не задефает. Блин, мне надо срочно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я задефаю? Вот он вопрос. Так. Это смешно. Блин, он такой нестандартный игрок, поэтому мне немножко дискомфортненько. Я думаю, заберу, заберу. Уже два голема на вы на этом. Уф. Тихо. Оба. Так, ну все, он все бросает на деф, а значит ему атаковать попросту нечем. Хок плюс хрюшки не успеет снести. Да, ребят, это три короны. Уверенных, таких железных, золотых, победных. Как надо. Ну ему тоже мы две отдали, поэтому пусть тоже радуется. Итого. А как они добавляются короны, не пойму. Я же всего лишь три взял, а была одна. Получается, мне еще одну победу сделать, и все, я забираю скинчанский. Ну, поехали. Последняя победа. Так, у нас 5-100 кубков. Неплохо. Поехали. Следующая лига 5-300. Let's go, как говорится, друзья мои. Так, ой, вот это сейчас главное не проиграть. 13-й левел. Ну, мне даже не... Ну, проиграть я это даже не рассматриваю. Я на три короны должен выиграть. Вот что. Я иду не проиграть, я иду выиграть. Ну, вот так вот норм, да? Да-да-да, улетай, 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 тина! Птицы на юг. Ладно. Ладно, остался дракон в живых. Бля, у тебя интернет завис, ты что, не слышишь, блин? Извините, проглючило. Сорян, бро. Я просто бывает вот так вот думаю, думаю, зацикливаюсь, а потом вспомнил, видос же записываю. Бараня ты башка. Так, ладно. Чикс. Чикс. Давайте подтянем дамочку за слова. Так, тут мы мегамуху. Не, ну пока все, да, пока все идет так, как надо, потому что, ну, я особо ему урона не нанесу, потому что, чем наносить? Ставим еще один сборщик, сейчас вот двойной, правда, сейчас он сборщик, не, хотя когда два, нормально, это тема темная. Вышка, ой-ой-ой, ракета, ну, поехали, пойдем через эту сторону, вообще плевать на все. Блин, это прям вообще битка. Давайте, стягиваем всех. Так, гик-скелет. Ну да, пострадает принц. Но не сдохнет, не сдохнет, это главное. Так, забираем, забираем, забираем. Напор, напор дикий. Эта колода вообще дикая. Она нереально дикая. Забираем. Так, хорошо. Дракон, может быть, и лишний был. Блин, на три короны не осилю, ребят. Не осилю на три короны. Слишком. Боже, я не знаю, по какой стороне он пойдет. Ой, боже, он может на три короны пойти. Я пойду на две. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, хорошо. Тихо, тихо. Блин, ну гик-скелет дефает. Так, 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 так. Ну, когда этот... вот так вот делаем. Хорошо. Я сейчас вообще буду молчать, пацаны.
Ну что страшно, вырубайте. Так, хорошо. Дамочку забираем. Боже мой, я не могу ничего сделать, охренеть. Конченая мразь какая-то попалась. Тихо сюда. Тихо, не дамажь вышку, не дамажь вышку. Я должен меньше урона получить, потому что потом, когда будет самоуничтожаться вышка, я должен победить буду. О боже, какая же херня, не колода у него. Ну такая, чисто заколебать. Оп, хорошо. Так, идите сюда, родные. Идите сюда, родные. Сюда мы вас всех подтягиваем. Мы еще урона наносим. Тут ставим голема. Остается 27 секунд. И сейчас будем наказывать. Наказывать парня. Осталось ему недолго. Фух. Сложные деки у них. Ляша творит. Но все равно он проигрывает. Тут же ничьи уже нету, да? А, так. Но все равно я затащил. Так хочется гадости ему в конце поскидывать, потому что такой, блин, давайте посмотрим на его деку. Ужас, фу. Так, ладно, давайте посмотрим, хватает нам? Да, хватает, все, мы разблокировали. Ну и, собственно говоря, гвоздь нашей программы. Поехали по-бырому. Чин-джирин, джин-джирин, джин-джин-джин-джин, джин-джаран, джан-джаран-джан-джан, джан-джун-джун-джан, джун-бан-дин-друнь. Чикс-микс. Опа. Трун-трун-кидын-пум. Чом. Пикс-токс. Арбатокс. Оп-лёп-мок. И финурин-дуик. И... Да боже, как скучно-то. Че так долго и нудно открываются они? Да иди ты. Я даже не заскринил. Я даже не заскринил. Твою мать. Я так долго к этому шел. И проскипал. А есть какой-то тренировочный лагерь, чтобы я не в основную катку пошел? Ладно, давайте в основную, просто хочу посмотреть. Ролик 17 минут уже, кто его смотрит? Да вы шо угодите? Глянь, она золотом усыпана моя. Обалдеть, база. Лютая просто. Скин лютый. Боже, я не заскринил его, ну ладно. Просто лютый. Кстати, сейчас могу проиграть, потому что челик какой-то, наверное, с пекой и пойзоном играет. На, просто в хлебец. Хлеборезка, видели, как отлетела? Бам, на. Еще давай. Тяна, просто с двух ног. Ребят, если где-то лицо прилетит к вам, это от него. Так, Хуграйдер, окей. Торнадо у нас нет, поэтому Мега Миньон в помощь. Хуграйдер с пекой, что ли, не знаю. Ну, сейчас Фаер, наверное, полетит в меня. Они любят там какашками бросаться за Хога, когда играют. Так, он пропускает, серьезно? Оу, май ля-ля-ля. Надо было голема ставить, Ребзи, да? Наверное. Боже, что? Что? Чем он играет? Ну, и... За бревно! Боже, я тащусь от таких игроков смешных. Ну, скин классный. Что, на 3 короны его ломаем, да? Он вообще ни о чем. 20 минут видос, обалдеть. Вот это я больше всего боялся, ну ладно. Если до этого момента досмотрел, напиши в комментах холдик. Холдик, я твой самый преданный зритель, я заслуживаю айфона больше, чем остальные. Нереально, до этого момента кто досмотрел рояль, это прям, я вот
Такими надо отдавать iPhone. Потому что кто придет ради конкурса, случайно выиграет его, будет обидно. Я хочу, чтобы выиграл именно ты, который смотришь видосики мои до конца, подписан, подписался с одного аккаунта, с другого аккаунта, пригласил друзей, помогаешь мне добить 5 миллионов. Вот такому я хочу подписчику отдать iPhone. Надеюсь, братик, именно ты выиграешь, который так и сделал. Ну все, короче, это разнос по фронтам пошел. Называется свободный полет. Все. Пока. Просто бешеная колода. Ну, далеко я, конечно, с ней не зайду. Надо что-то брать более приземленно. Она слишком дорогая. Прокручивается циклс плохо. Короче, затаскают меня быстрые деки и дешевые колоды тоже. В общем, подписчики, спасибо за просмотр. 30 тысяч лайков. Новый видосик по роялю. Ну и подписочка, лайк. Фух, я уже жду, не дождусь того дня. 5 лямов, боже, осталось 50 тысяч. Двенашка, уф. Увидимся!